Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. Очередная посылка от подписчиков. Это посылка из города Электросталь от Татьяны. Посылка летала с 19 декабря. Летала туда-сюда, обратно. Куда она только не летала. Но все-таки дошла. Почта России работает отлично. Прям безупречно. Ну, в принципе, они уже не удивляют ничем. Бывает у них такое. Бывает очень часто. Пакет порвался. А, запах-то какой. Прям шоколадный. Вот такой новогодний подарок. Спасибо, Татьяна, огромное. Дети объедятся до диатеза. Два с половиной килограмма вкусно пахнущего шоколада. Кайф. Как пахнет. Еще раз огромное спасибо за ваше внимание. Благодарю за такой сюрприз. Жаль, не успел под елочку даже к старому Новому году. Но ничего. Спасибо.